большими губами. Кстати, вопрос один. Купали что-то? Купалики делать какие? Блестящие опять? Пайетки? Либо из одного, как его? Не знаю, как ботик, как это по-русски говорится. Волните, да я волните. Я сейчас не шикарно выгляжу, спасибо. Сегодня прекрасная девушка, спасибо, сейчас спортивно. В Астане погода ужасная. Ну да, я видела, там вообще капец. Поиспать ей попробовалась. Что-то, наверное, не жить. Вопрос девчонка и палики, как ей больше делать из двух этих, ну, типа бикини, либо делать слитый, да, слитый на сон. Очень классно, спасибо. Привет from Lithuania, hello from Lithuania. Привет, Коля, всегда, спасибо. Мы гляли двое в садике, а третий дома. Нет, не в платье, а в свитшоте. И вдруг. Ты живу в Алмате. Со стрингами думают. Но я не думаю, что здесь кто-то это будет покупать. Ну, в России и Европе будут заказывать, но в Казахстане вряд ли. Такое пойдет. Ну, некоторые мои девчонки будут, но не все. Также. Почему нет фото с детьми? А зачем мне показывать вам вот свои сокровенные ребятишки? Да. Это точно не будет. Они в садике. Это велосипед. Но вы понимаете, что у меня сняты волосы? Вы понимаете, что это нацепные, это трести, это не, это заколки вот. Если их сейчас показывать не буду, то все такие скриншоты будете делать, так что вот. А у меня волосы свои, я поэтому и не наращиваю. Я могу нормально взять тупо волосы нарастить и все. Но вы понимаете, что я их 5 лет наращивала и все капец было. Вот мои волосы растут. Живи здоровый, поэтому делаю разные третмани. А не собираюсь наращивать вот капсульные, вот эти вот всякие фигни холодные, либо кератиновое наращивание. Это не хочу, и все. Захотела, нацепила, не захотела, вот сняла, и все. Понимаете? Поэтому не помню, что вы пишете. Здравствуйте. Здравствуйте, очень хорошо.
Ну, я не знаю, я не видела, что кто-то. Куда мы? Очень стрёмно. У меня нет няни. У меня мама помогает. Конечно, мне тоже. А я вообще сама к себе. Конечно, если муж. А я... Это классная шикарно. Не ваша, не шикарно, не другая. Кстати, я замужем. Ты хуже ребенок, я согласна. В автобусе. У меня охранники. У меня охранники сегодня. Юрий родился в Сербии, да. Привет, привет. Вот с мужем ест, как нет. Ну что? Девчонка, говорят, еще будет четверо детей. Не знаю, может быть, и 5-6 будут. Не знаю. Мне 28 исполнилось. Да, мои. А чей? Наш. Мужа и мой. Деловая леди, ну, типа. Муж деловой, поэтому я получаюсь деловая. Говорит, пока же тут все-таки делаешь. Делаю мезотерапию и делаю лазер. Сейчас начал, хочу от следов избавиться. Thank you very much. Привет. Спасибо большое. Значит, муж чиновник. Нет. Муж бизнесмен. Спасибо. Да, да, да.